Здорово, сегодня мы снова окунаемся в мир Dark RP. На связи снова ваш любимый воспитатель, и в этом ролике мы посетим сервер под названием Happy RP. IP, группы и прочие ссылки и соцсети этого сервера вы найдете в описании. Поскольку этот сервер для меня новый, я записываю тут всего лишь второй ролик, я допускаю из-за этого то, что я знаю правила несколько хуже, чем другие администраторы, которые могут мне как раз таки помочь. Чем они будут, собственно, заниматься в этом ролике? Собственноручно я наказываю игроков не буду, а буду всего лишь подавать на них ЖБ, и разбирать их будет администрация сервера. Во-первых, это работа для администрации, а также возможность их повышения, а во-вторых, это также отбор долбоебов, которых можно будет наказать. Таким образом, я могу подстрелить двух зайцев одним выстрелом. А теперь погнали. Комендантский час. Пустите. Куда жить? Пустите. Нет. Пожалуйста, пустите. А чего? Что вы хотели, хотспот? Ой, вот ты ошибся. Извиняюсь. Ладно. Пошел на... Бывает у меня. Иди нахуй отсюда, сам пародия, блядь, на человека неудачная. Слышь, ты недородыш, свалил отсюда, выжись. Или что ты мне сделаешь? Своим неграмотным русским, блядь, меня пытаешься забороть, да, долбоёб? Ага, давай. Ага. Упал. Держите. Ну... Спасибо. Ты наигрался? В друзья Steam добавлять, нет? Трясь. Да, да, сейчас добавим тебя в друзья Steam, ебанутый. Началось разборки. Я тебе вообще что сказал, ты первый начал. Он сказал, пошел нахуй, я все слышу. Чё нет? Ой, а где он? В Австрале. Знаю, ничего не ждал. Я сейчас стою на месте. Я даже не сопротивлялся. Буквально через несколько секунд он начнет нарушать правила ФРРП, убегая от полиции, будучи связанными руками. От мамина радость. Как мне его пиздануть теперь? Хуя. Если ты еще раз будешь сопротивляться... Давай проще, остань просто. Да не, ребят, тут по-другому нужно делать. Тут по-другому делать нужно. Постойте, 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 друзья, постойте. Он встал. Сейчас, 15 минут Джайла, давай. Это благословение. Для начала я бы хотел признаться в том, что я реально сбил бабку на самокате на Банклаве, в городе Банклав. Следом за ней под второе колесо попал дед, который пытался вытащить бабку. Но меня занесло, и я также забрал с собой того самого внука, который хотел спасти и бабку, и деда. Нечистое я чувствую. Нечистая, потому что в той бабке, внутри той бабки, сидела внучка, шлюха и пидораска. Ее я тоже ебанул. Знаешь что? Ой-ой-ой, уже три жертвы. Да, теперь залечиться можно. Я все, конечно, господи, храни Господь. Ой. Да храни тебя, вот. Господь. Но ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так, сейчас, погоди секунду. Так. О, могу. В общем, могу сейчас обольью я тебя этой святой водой. Давай, давай, давай. И скажу тебе, что тебе нужно сделать, чтобы очистить все свои грехи. Я благослови тебя, Господь. Иди в очередь. В очередь окаянный. Я пока на очищение. Ну, все, значит, раз избил бабку каким-то случайным образом, перевези там, ну что-нибудь сделай там доброе, своей или чужой какой-нибудь бабке. Держи! Перевези, можешь, через дорогу. Ладно, в принципе, ты прощен. Ой-ой-ой. Спасибо. Здорово! Здорово. Ты проваливай, мне вот этот нужен. Хотите гитару? А, окей. Окей. В стене. Зашел. Привет. Здорово, как дела? Нормально, нормально. К стене лицом. 5000. Это, на пол. Если мне... Захвачено. И что это? Ты же начало вооружен, Валерий. Попадание. Уничтожен. Экипаж уничтожен. Ебанутые, блядь, дебилы. Я никуда не лезу, братан. Вот твои бабки и все. Сиди тут. Да, без Б, конечно.
Вот вам наглядный пример того, как нужно соблюдать правила ФРРП и как не нужно его нарушать. Чел, которого я ограбил, просто сидел все время, хотя он мог, наверное, тоже схватиться за оружие и начать в меня стрелять, и тогда бы я, скорее всего, не вывез. Но вместо этого он решил отсидеться, потому что он, во-первых, может умереть, а во-вторых, может отлететь за ФРРП. Если он это понимает, то он красавчик. Ну а вот ребята, которые нарушили правила, они также вскрыли всю мою подноготную, а также раскрыли секреты и тайны того, почему же я все-таки снимаю такие ролики, где я самоутверждаюсь за счет школьников. Мне нравится здесь регистрация урона. Забань меня, пожалуйста, на 3 года. Зачем? Я убил двух человек. Бать, они тупые. Я себе даже скиллухой почувствовал, прикиньте. Понимаю, понимаю жалобу. А на что именно? ФРРП. ФРРП? Ну как, вы пытались его ограбить, я пришел отбить своего друга. Разве ФРРП? Ты жизни не боишься ли щитом на человека? Ну ради друга на все готов, даже на это. На такой поступок. Ну что, доволен? Тебя аж отпиздили. Пока он был отвлечен. В смысле отвлечен, если я смотрел на него. Что он отвлечен ситуацией? Да, понимаю. Твой друг почему-то ФРРП отыграл нормально. ФРРП? А, ну вот, друг молодец. Еще другой подскочил тоже. Так, алло, ты расстреливаешь человека, где что, просто стоять? Или как? Ну, а что тебе еще ты делать? Ты вообще должен убежать. Ну, вообще-то. Ты что, пизданутый совсем? Пизданутый только ты здесь. Стрелку метнул, за лоб улизнул, я вопрос задал. Ты пизданутый, нет? На чело вооруженного лезть? Попадание! Он жестко ожесточился. Ну, за кого он так лоскает? Как я тебя лоскнул-то? Я вопрос просто задал тебе. Ты сказал, что я пизданутый. Я просто спросил, пизданутый ли ты или нет. Продыхай, привет. Ну нет, и что дальше? Как нет, если ты это подтвердил уже своим поведением. Боже, блядь, какой же ты конченый, ебланище. А что я конченый-то? Не я же ФРРП нарушаю. Я думаю, не стоило так. Ну, блядь, ну ты просто сыкло ебаное. Говорить? И все. Так, сыкло ебаное, которое раскидал двоих. И что? Это... А. И то. Да получается, ты криворукий долбоёб. Но меня хотя бы нормально родили. Нормально родили? Значит, не похоже, это ошибка аборта. Ладно, за статус прощаешь нас? Нет. Его уже почему? Точно нет. Вот ты как раз долгожитель. Боже, поадекватнее. Ник оправдывает как раз тебя, ты долгожитель, а вот ты нет. Ну хорошо, мне как-то все равно абсолютно. Тот самый 10 years old похуист, которому реально пофигу на все. На самом деле ему ни на что не пофигу, его забудет абсолютно каждая хуйня. А фразы «мне как-то похуй» — это всего лишь маска, которая очень и очень херовая. Будь ему реально похуй, как он говорит, он бы в самом начале разборок сказал бы «мне похуй, если я что-то нарушил, там типа наказывай, я не собираюсь тратить на вас время и все». Но он, выучив всего лишь одну несчастную фразу самоутверждения за счет кого-либо, решил поиграть в психолога с Алиэкспресса, открыв Америку своим утверждением о том, то, что все мои видосы это самоутверждение за счет школьников. Учитывая то, что я это говорю практически в каждом ролике. Лучше тот, тот самый, блядь, эгоист, которому на все абсолютно похуй. Завали свое ебало. А если не завалю, что ты сделаешь? Опять опиздюлишься, придешь ко мне, да? Только в реальной жизни? Да, обосрался. Тебе ебало разбили обморок, зачем свой ебальник вонючий открываешь? Да может этот пиздолист снимает. Кто его знает? Ты что-то против кунилингуса имеешь, ебанутый? Я за. Я за. Вот, долгожитель молодец. Долгожитель знает правильный ответ. Ты что, ты пидор? Да, не лизал, ну, пидор. Мне просто тут... Не лизал, ну, пидорас, блядь, я тебе еще раз говорю. Сказали, что ты ютубер, передают твоим подписчикам. Вы уебаны, понимаете? Враг горит. Так они тут при чем? Они смотрят на таких дебилов, как ты. Ты сейчас меня оскорбил, ты понимаешь? Так меня это оскорбление администрации, в курсе? Ты что-то там про рождение срыгнул. Ты настолько коряво, блядь, родился, выебень, что ты не помнишь, что ты выкидываешь своим ртом, блядь, гнилым. Бля, я все прекрасно помню, только ты, блядь, сидишь нахуй на ГМ-сервере и что-то тут выебаешься, самоутверждаешься за счет детей. Да, самоутверждаюсь за счет детей. А ты что-то против этого имеешь? Или ты против того, чтобы за счет тебя самоутверждались? Я всего лишь задал один вопрос, после чего он как раз загорел и начал поливать меня дерьмом. Ютуб, привет, ютуб, всем привет. Короче, ты признаешь долгожитель ФРРП свой? Да, я напал на тебя с ТМПшкой, когда ты ограбил его. А, ну все, окей. Тогда дай ему просто ФРРП, пожалуйста. Завтра тебе опять в школе будут пиздить, так что готовься.
школа уже давно позади, я туда не хожу. Ура, ура. Я все, кстати, маме твоей рассказал уже. Ура, ура. Хочу радоваться, тебя пизды вломят. Не только в игре, но еще и дома. А так тебе завтра пиздюлей сочно дадут, блять, вообще нахуй без зубы останешься. Ты типа на обум какую-то хуйню вкидываешь, думаешь, это что-то умное сказал? Нет, какой Оск, как я оскорбил. В смысле, а ты успеваешь вообще за тем, что я тебе говорю? Ты успеваешь вообще за тем, что я тебе говорю, ебанутый? Или ты на обум отвечаешь? У тебя так рот открывается в Гаррис моде, как будто ты в рот берешь. Думаю, в жизни такое самое. Но ты подумай, да, лучше. Думать это полезно. Особенно в твоем случае. Дерьмоголовый. Ты ж богом обиженный уебан. Тебя выебали в игре. На НРП-ситуации тебя сейчас отъебут и выдадут тебе нормальный такой бан. Помимо всего этого, тебя выебали вербально. Показательно тебе объяснили, что как себя нужно вести, как себя не нужно вести. Твой друг получил просто за фир РП. Долбоеб. И что? Мне вообще абсолютно все равно. Да. Тебе все равно, но потом ты запомнишь, на следующий день ты вспомнишь то, что тебя, блядь, засадил какой-то чел с Ютуба. Единственное, что ты о нем знаешь, то, что ему 17-20 лет. Какой он хуёвый, как же смешно с него. Потому что он снимает таких ебланов, как ты. Это ж твой максимум. Как бы и немножко все равно. Так реакция-то абсолютно понятна. Тебя в какой-то блядской игре притянули за нарушение. Задали тебе обычный вопрос. Ты с этого сгорел и начал поливать себя говном. Еще бы тебе не было все равно. У тебя приступ начался, а ты бегать, блядь, начал бездумно клавиши нажимать. Сейчас смотри, шиза начнется, пена изо рта пойдет, долбоеб. Уничтожен! Почему комендант сейчас не дома находится? У меня проблема такая, я только-только приехал в город и хочу себе купить жилье. Но комендантский час нужно оставаться на вокзале до окончания его. А можно я на вокзал пройду до окончания комчаса, а потом уже пойду? Я просто не хочу в тюрьму, я очень красивый. Давайте я вас проведу. Хорошо. Ничего, сейчас 2 минуты постою, как раз тут долбоебов можно половить. Дарюшка, пожалуйста, подойди. Подорни, пожалуйста. Подорни. Подорните, пожалуйста. Я дебилющик, малок. Бля, я ему нахуй мут выдам, это пиздец. Макувак, макувак. Это не я. Макувак. Вот что, выстрелить не может, что ли? Окни! Бум-бинг-бон-дин-бандит! Не бала свое уже, ты затрахал, дебил ебаный. А, можно с вами увидеться, Алич? Ребят, имейте в виду, кто собирается здесь играть, IP будет в описании. Но учтите, что он конченый. Я вот когда сделал стоп-кадры, я открыл прошлый ролик на этом серваке, и там главный герой был точь-точь такого же клана. У них там реально отбор хуесосов, их нельзя считать за людей, вы просто посмотрите на их поведение. Сейчас он просто стоит, разговаривает с мэром. Через 3-4 секунды он достает ствол и начинает палить во все стороны, и попутно также убивает меня. Это оказывается начало рейда. Никакого объявления нету, ничего. Я думаю, то, что это нарушение правила фрикил, как раз таки подаю на это жалобу. Вот как он ведет себя во время жалобы. Мне нужна лицензия, здравствуйте. Мне нужна лицензия. Фига, все, супер, взял. Что делаешь? Ну, что это за пиздец? Приветствую, у меня... Гусач. Это, проблема, меня убили, я не понял, почему. Прибежали куча людей. О, Мурнера, привет. Чё нахуй? Чё? На что? Блядь, где, когда, нахуй, почему? Вот ты, блядь, смотри, ты меня тэпай сюда, админ, ты, блядь, стоишь и смотришь на меня. Молчишь, и думаешь, я ебать, я супермашина компьютер, которая должна запоминать. Или, что ты за хуйню ты несешь? Ты в кислотном трипе, что ли? Блядь, смотри, меня сюда трепнули, сказали, что у тебя фрикил. Значит, ты должен объясниться, где у меня фрикил. Ты, блядь, такой фрикил стоишь. Фрикил вообще-то нахуй у тебя, не перебивай. Уебать, и веди себя адекватно. Ну, нахуй, да, вы сюда зажрать, нахуй. Долбоёб, ебаный, нахуй, я тебя хуй вертел. Оскорбление выдам, помолчи, пожалуйста. Мне похуй. Это рейд! Ты знал, что такое, блядь? А я, блядь, номер пешка, блядь, мастер-дуэмщик, нахуй. Захожу и ебашу тебя, блядь, на прогиб. Знаешь почему, блядь? Уничтожен. Ребят, ну серьезно, это ж как раз таки тот случай, когда стоило бы сделать аборт. И я вообще хз, почему такое совпадение конкретно с этого клана конченые. В том ролике был конченый администратор, который покрывал такого же конченого друга, и все они были с одного и того же клана. В этом же ролике вот эта вот пародия на человека тоже мне встретилась с этого клана. Кого, блять, откуда убили? Ха!
Не иди туда, ты умрешь. Хотя, иди сдыхай. Да мне-то зачем сдыхать? Мы можем с тобой кое-что придумать, интересно, я могу тебе помочь. Ну ты же сам виноват, что ты туда пошел и тебя расстреляли, а теперь ты удивляешься и говоришь, что, наверное, этот человек конченый. Но вообще этот игрок просто нарушил правила фрикила, и это точно не дает мне повода, чтобы сидеть и хуесосить его. От лица того, кто сейчас стрелял, я выгляжу просто как человек, который рандомно подошел на то место, и не более. А почему у меня нет феррп, я сейчас объясню. Чел, который там стоял с щитом, не проявлял ко мне никакой агрессии, тем более, если что, у меня есть оружие, чтобы себя защитить. Да, оно мне не помогло, но я вроде бы находился на такой позиции, на которой, казалось бы, я не мог получить какой-либо ущерб. Прикил. Я даже не понял, зачем меня убили. И кто, откуда, чем бы. Ку-ку. У меня РБ на фрикил. Тэпни того, кто меня убил по логам. Дальше. Я ору с твоего голоса. Блять, я тоже не надо. Так, хомячок, приветствую. А, дайзи. Фрикил? Да. Да, причина убийства какая? Ангус, можешь, пожалуйста, с... ситуацию расскажешь, что ты не помнишь? Смотри, я находился на границе города между загородной территорией, и ты меня взял и убил. Еще. Но ты сначала забрал чела, который был с щитом, который в сторону водоема побежал, а потом меня сразу же взял. А можно без лайфчейнджера? Ты не понимаешь, что я тебе говорю? Ну, я понимаю. Ему... Ну смотри, вы стояли рядом, шире. Вы с ним стояли рядом. Я не стоял с ним рядом. Прямо рядом. Ты сзади был. Ты был сзади, сейчас скажу, у меня оружие было, погоди сейчас. У тебя был FN 2000. У твоего оружия очень большой разброс. Очень большой разброс, но все попало в меня. Ты меня с FN F2000. Я его тоже убила, чтобы ты, ну если ты заметил, я его тоже убила. Извините за вопрос, а почему она за компьютером, а не на куклах? Я надеюсь, я очень удачно остановил прикол. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Иначе, хоть и маленькая, но все же женская часть аудитории меня вряд ли поймет. Но так ты, получается, мы завалил. Мы с ним тимились, мы с ним стрелялись, понимаешь? Ну и... А один я тут причем? Один. Ты зачем ты в эту штуку влез, когда он тебе сказал уйти оттуда? В какую штуку я влез? Смотри, это... Ты стоял прямо сзади. Можно? Ну, я стоял вообще сверху. Можно мне слово, пожалуйста? Давай. А смотри, у вас перестрелка, я так понял, велась на улице, да? Да, велась на улице. Там, где никого, в принципе, наверное. Это, во-первых, уже нон-РП вы вели в общественном месте. Даже если там никого не было, то то место, про которое я думаю, это будет сейчас общественное место. А какое место? Где? О каком месте вы думаете? Ну, я так понял, вы в туннеле были. Если между загородной частью... Нет, в лесу. Там, либо туннель. В лесу, там, где озеро. А ну, полети сейчас к этому... к фонтану, я к тебе тэпну. Ты можешь мне ретурнуть. Вообще, ты можешь мне ретурнуть и посмотреть, откуда ты мне тэп. Я понял, про какое место. Я там жду его. Это гет. В гетто любое слово, в любом не, случае. Нет, ты не совсем понял, в каком месте. Хорошо, давай, я к тебе сейчас тэпну. Ку-ку. Да, вот. Вот, я тут стою, получается. Здесь стоит чел. Вот здесь чел стоит, и он, как бы, ну, по словам этого игрока, ну, не совсем уж рядом ко мне находится. Он тут стоял, ну, защищался. Ты сел вот тут, вот. Он стоял вот тут и пытался попасть по мне. Нет, он стоял. Он вот стоял, тут был. Так, послушайте, меня... Это место является общественным. Так дело даже не в общественном месте, я не понял причину убийства. Но в данном случае тут РП причины на убийство не было, поэтому мой вердикт такой, что это на РП плюс фрикил. Погоди, что это, понимаешь, что я его случайно убила? Ну и что, убила? Это не было нацелено, это я не сняла и не тулила по ему. Смотри, случайно убийство, правильно? Правильно, значит РП причины на его убийство у тебя не было, значит это будет считаться фрикилом. Определенно РП причины на убийство данного молодого человека у тебя не было, а значит это уже будет нарушением правила фрикил. А так вы его убили в общественном месте, это уже будет как номер П. Нет. Ладно, похуй, Джейл. Хорошо, вам это сейчас Джейл. Браво, браво, стэп! И ограбить. Какой долбоеб. Хорошо, мать твоя. Что, ну, ебать, мать у тебя сдохла, Ишак. Дебилой тупорый. Мать, ебальник, захлопни, мразота, грязь ебаная. Не ограбите! Школа сахар? Ты школа сахар? Школа сахар?
Пошли. А тебя ебет кто? Ебальник захлопни, не разговаривай. Я тебе ебальник вспорю. Я тебе ебальник вспорю, мудила. И не посмотрю даже. Давай, давай, один на один пойдешь? Ты на школу сахара. С оружием так нельзя. Схуяли это нельзя. Мудила ебаная, выйди сюда.